За депутатские места в Государственную Думу 7-го созыва боролись 14 политических партий. По предварительным данным, в Самарской области заметным отрывом лидирует «Единая Россия». Подводя предварительные итоги, председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев подчеркнул, выборы прошли без серьезных нарушений. Достаточно спокойно, я бы сказал. Достаточно спокойно. Конечно, вот суды немножко нас тревожат. Но вот основания для удовлетворения, видите, судебные инстанции не находят. Поэтому я бы охарактеризовал как достаточно спокойный день. За ходом голосования от начала и до конца мог следить и каждый избиратель по интернету. Видеонаблюдение велось более чем на 1700 участках. По информации технических специалистов, мелкие неисправности, если и возникали, то устранялись оперативно и на ход видеозаписи не повлияли. Также специалисты отметили, что по сравнению с выборами 2012 года улучшились технические системы. Мы использовали другое оборудование. Мы сделали новую инфраструктуру, более серьезную, более емкую, мы ее будем использовать в дальнейшем на всех выборах. Отработала она, по нашей оценке, эффективнее, чем в прошлых выборах. Охват был чуть-чуть побольше, чем в 2012 году. Технические специалисты работали всю ночь, вплоть до подведения итогов. При возникновении спорных ситуаций они предоставляли видео с любого участка, буквально в течение получаса. Валерия Макарова, Артем Сулайманов, «События».